Я... Ой! Хочу! Да где я? Я хочу веселье! Понимаешь, о чем я? Я хочу, чтобы везде было веселье. Тут веселье, там веселье. В конях веселье было, чтобы. А? Смотри, короче, мы вот здесь ставим батуты. Прям полностью вдоль всего моста. Потом мы идем к Эйфелевой башне, там все вокруг обставляем батутами. И с нее потом каждый день просто прыгаем. Потом, в принципе, можно вот здесь батуты расставить прямо так вот вдоль. Короче, у нас будет полностью безопасный город и веселый. Мы, во-первых, нигде никогда не убьемся, а во-вторых, будет очень весело, а? Давай. Подожди, ты же в предыдущей серии, когда мы делали вот этот маленький батут возле эльфовой башни, ты сказала, что это говно, и ты больше на нем никогда прыгать не будешь. А сейчас ты говоришь, что ты весь город хочешь батутный город. Ну неправда, ну я ошибалась, это офигенная вещь, это просто инновационная инновация всех веков миров вообще, это супер вещь. Хочу батут, на корове батут хочу, на панде хочу батут. Давай на корове мы хотя бы батут делать не будем, но ты понимаешь, что у нас только слаймов нет, если ты хочешь обставить весь город в батутах, там надо идти тогда в болото и убивать слаймов прямо сейчас. Ну так пошли. Ну ты же понимаешь, что почти в 130-й серии выживания идти просто убивать слаймов, но это немножко понубососиськи, не? Ну, подожди, а у нас цель вообще выживания какая была? Чтобы я научилась от и до играть в Майнкрафт. Я не умею убивать слаймы, я не знаю, где они обитают, да я много еще чего не знаю. Ну, в смысле понубососки? Кстати, да. В самом же начале выживания, цель выживания заключалась в том, чтобы вот эту жопку научить играть полностью в Майнкрафт. Ты что, реально никогда в жизни слаймов не убивала? Ну, по-моему, ну было один разочек, но так, что профессионально, как ты... Нет, не было. Это комплимент в прямом эфире, то, что я все же профессионал, а не нубасися. Ну надо же как-то подлизаться, чтобы мы пошли уже за слаймами. Пойдем быстрее. Ладно. Вот это крылья в зубы, фейерверки в лапы и полетели. Надо тогда найти болото, да. Стой! Сюда ходи. Чё? Как ты знаешь, когда мы куда-нибудь идем, нам нужно спецобмундирование. Поэтому я тебе подготовила полностью зеленую броньку. Надевай. У тебя что ли на все случаи жизни свой цвет брони есть или что? Да, ну нужно же соответствовать. Мы идем в болото, слаймы зеленые, значит зеленая бронька нужна, все нормально. Ну как бы, у меня девушка-дизайнер, она же в этом должна больше шарить, чем я. Ну ладно, я тогда спорить не буду, потопали. А крылья-то ты не надел? Когда мы этого голема уберем уже отсюда? Ну, можно будет убрать скоро. Расскажи мне про слаймы. Я не знаю, откуда они, из чего они сделаны. Я вроде как знаю, что если их ударить, из него вылезет еще один. Это правда? Это правда? А потом еще один вылезет. А потом еще. И еще вот так вот. Это матрешка, да, слаймовская такая? А? Ну да, получается, убил одного, вылезло две матрешки. Убил еще одну, вылезло еще две матрешки. Примерно как-то так. Главное, чтобы у тебя был меч на вот эту на добычу, чтобы выпадало как можно больше слаймов. Ну, у меня на добычу 3 как раз. Ой, какой ты молодец. Все, мы в болоте, если повезет, мы сегодня даже Маринку с тобой встретим, прикинь? Ой, давай без Маринки сегодня, а, надоело. Ну, кстати, уже. Да, давай без нее. Короче, увидишь слайма, просто сразу на него нападай и просто сразу его плюхай, вот и все. А я даже не знаю, как он выглядит, ты забыла уже, или не помню. Зеленый куб огромный, Кать, как можешь забыть, как выглядит слайм? Так, ладно, разберемся на месте. Вот Игорь тоже зеленый. Игорь, это не слайм. Все, о, железо с Игоря выпало неплохо. Пошли. Так, скелетрончики здесь есть. Много скелетрончиков. Вот слайм, иди сюда, за мной. А почему ночью надо прям идти? Потому что они спавнятся только ночью. Короче, я защищаю... Вот, убивай, я защищаю от всякой вот этой нечисти, от всяких скелетов, Игоря, эндерменов и прочей фигни. Ты убивай вот этих слаймов. Убила? 8 слаймов выпало. Сгустков слизи вот этих вот. Ну это даже не один батут. Надо 9, чтобы один батут получился. Пошли дальше. Открываем охоту на кубиков зеленых. Давай в атаку скорее, мне нужно очень много. Мистер Крипер, ты хотя бы... Ну аккуратней ты будь! Да пофиг! По сторонам хотя бы смотри какой... Вот, иди сюда! Вот в болоте один, я пошла его убивать! Давай ты тогда вот этого иди убивай, а я пойду вот этого поубиваю. Тут у нас Игорюнчик, тут... Ой-ой-ой-ой, кажется, я тону. Ты прикинь, чё, я дошел? Чё? Ну сейчас придешь. Ю, как их здесь много! Они сейчас. А, они что, бьются, что ли? Конечно, бьются! Че, на тебя смотреть на тебя будут или что?
как? Я тебе говорю, то, что твоя идея вот с этой зеленой кожаной бронькой какая-то. Я еще и дом Маринки нашел, господи помилуй. Твоя кого идея... нашел-то? Дом Маринки нашел — это раз. Портал разрушенный в ад нашел — это два. Я, короче, много кого только что нашел. А у меня 30 этих сгустков слизи. Ой, какой ты молодец. У меня всего лишь 21. Так, иди сюда, где ты? Обратно выли... Вот, я тебя вижу. На меня иди, на меня, сзади. А, вижу. Иди сюда, посмотри. А? Чё я нашел только что? Что? Золото! И разрушенный портал! Ну ты молодец такой. Очень крутая находка, да. Иди убей слайма и не умничай. Ай, ладно, хорошо. А вот это, значит, будет... Опа, там золото! Конечно, там золото! Опа, все забрал. Я его не сразу-то увидела, блин. Ты бери право, я беру левого. Тот на тебе, тот, который больше, на мне. Иди вот туда. Ага. Так, ага. Тут еще и мистер Крипер много! Господи! Ой, да все такое зеленое, мистер Крипер, Игорь. Все зеленое, вся серия сегодня, походу, зеленая какая-то. Бронька зеленая, слаймы зеленые, мистер Крипер зеленый, Игорьки зеленые, вся жизнь зеленая сегодня. Мы с тобой зеленые. Ну мы с тобой тоже зеленые. Так, у меня 50 этих слаймов уже, Кать. У тебя сколько? 43, а как у тебя оказалось, что больше, чем у меня? Вот я не знаю. Че, идем к Маринке, наведаем ее, проведаем. Ладно, пойду проверю Маринку, может она подобрела, все-таки там пообщаемся, чаек попьем. Марин! Маринка, выходи! Я пришла. Правда, у меня ни тортика, ни чая нету, надеюсь, ты гостеприимная угостишь. Марин! Марина! Ой, я слышу, как она смеется. Маринка, выходи! У нее тут черный котик, давай к нам! О, привет! Привет, чё, как дела? А вам тебя или чайчиком тебя хочет угостить, или просто зельями тебя забрасывает? Ой, слушай, Марин, можно было просто мне чашечку чая предложить, а не кидаться, ты чё? Мы ж с тобой помирились, Марин, это я! Помоги, чё ты там стоишь, она меня, походу, угробить хочет! Ну вы же лучшие подруги, а не я с ней лучшие подруги, ты с ней разбирайся! Она меня отравила, наложила медлительность, ну я парацетан, ну что, ну убей ты её! Ты же возле неё, ты её и убей! Я не могу! Почему? Потому что. Ладно, здесь есть еще пару слаймиков. Давай я их просто поубиваю и вернусь к тебе. Ты там тогда дома находись, хорошо? Я уже дома, готовлю. Ну, какой ты молодец, какой ты молодец. Ну, слушай, на самом деле, мне бы тут твоя бы помощь совершенно чуть-чуть бы не помешала. Господи, ты помилуй чуть-чуть. 28 мистеров Крипперов с трех сторон. Может, ты все же вернешься? Ой, давай там как-нибудь сам разберись, так же вот это, как ты на меня смотрел, когда меня Маринка убила, ты же не помог. Ну хорошо тогда. Сам, значит, сам. До свидания. У меня почти два стака этих слизней, давай уже рассказывай, как делать мой заветный батутик. Запиндюхивайся в верстак, расставляй 9 кусочков этой слизи, у тебя получается огромный батут. А, и все что ли? Ну так просто, ты что думала? Так, ну все, ща, подожди, мне нужна минутка. Нифига себе! У меня 21 блок получился! Ну все, сейчас мы весь город заполоним батутами. Ну, я сомневаюсь, что с 21 блока можно весь город заполонить с батутами. Ну, ладно. Ну, я понимаю, что у тебя немножко так в жопе детство заиграло, да? Ну, расставь пару батутов, а потом я тебе покажу кое-что то, что подписчики просили сделать в комментариях. И ты просто офигеешь, мать, когда я это сделаю. Так, ну все, хорошо, давай. Вот здесь первый поставим. Вот тут. Так, сломаем вот это и... Опа! Уи! Круто! Забор-то обратно поставь! На, поставь. Я занята более важным делом. Так, это ставим сюда, 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 сюда. Главное не промахнуться. Я ща, подожди. Тик, оп. Ты меня словишь там, а? Ну, постараюсь, да. Ну все, давай, я прыгаю. Главное не разбиться. Если что, лови. Полетела! Да это самое главное. Уи, как круто! Весело-то как! Все, мы можем пойти построить то, что сказали подписчики. Нет, пошли, значит, на тот портал. Я с портала прыгну еще. Так, ну слаймов я научилась нормально убивать. Теперь нужно научиться нормально прыгать. Поспорим, я вот сейчас прям попаду с первого раза. Давай. Ну тут как бы не очень сложно попасть с 3 метров. Ну давай, ладно, поспорим на то, что ты рукожопка. Давай. Ну это же я, смотри, и сальтуха получилась в воздухе. Нет, не получилось, но все равно круто. Сальтуха точно не получилась, ты просто прыгнула.
Ой! Ну давай, если ты такая Катька-прыгунья, значит попади с нашего лифта вот туда! Вообще без проблем, как нефиг делать, смотри. Ну давай, смотрю! И погнали! Уау! Нет, слушай, я тоже хочу попробовать, что ты только прыгаешь сегодня на нашем батуте? Не-не-не-не-не-не-не-не, мой батут! Нет, я успею, не ломай его, пожалуйста, я сейчас быстро... Опа! Ты где? Я? Чё-то в башню где упаду! Ох ты! Не успела, не успела! Все, ты наигралась, я могу построить то, что сказали подписчики! Ну давай сейчас с ютубовского дома спрыгнем вместе, а? Господи помилуй, ладно, давай. Еще вместе, держась за ручки. Да, давай. Давай, считай. Раз. Ага. Два. Ага. И три. Я тебя хотела столкнуть. Я тебя тоже хотел столкнуть, и ты меня первая начала бить. Ладно, все, до свидания. Чё-то как-то ты не очень прям прыгнула. Да хватит подо мной это убирать вот это из-под меня, слаймы. Все, Кать, ты точно наигралась. Хватит вот этих всех попрыгушек. Я тебе предлагаю построить настоящие аттракционы, при виде которых ты очумеешь просто. Ч-ч-ч-ч-ч. А что это такое ты тут понастроил? А? А, ну это у нас будущий как бы парк, вот тут у нас фонари начали появляться и горюнчики, это уже первые посетители, там у нас целое озеро новое появилось, вот, если ты вдруг не видела. А когда ты успел это все построить? Стримы. На стримы же надо приходить каждый вторник, четверг, субботу в 7 вечера. Все, жди здесь, я сейчас притопаю со всеми необходимыми вот этими ингредиентами и построю здесь такое, мать, парк аттракционов целый настоящий, хорошо? Все, давай жду, давай скорее, я хочу развлекаться и веселиться. Возьмем всего лишь пару блоков и возьмем всего лишь парочку редстоун факелов, поршней, повторителей, маминой мамы и вот это все остального. И вагонята, конечно. Екати Бурундулька, ты там запоминаешь? Ну, и давай попробуем, я не знаю. Сначала по кругу надо расставить вот так повторители. Потом сюда редстоун факел, сюда редстоун факел, ударить Игоря по башке и сюда редстоун факел. Допустим. Всю эту шайтан-машину прямо сейчас соединяем редстоуном. Вот так вот, ага. Угу, да, записала. Ты чё-то какую-то сатану, походу, вызываешь. Ну вот, видишь, сигнал пошел по кругу. Все как раз таки так и должно быть. Здесь устанавливаем липкий поршень. Вот так. И в него устанавливаем редстоун-блок. Там сзади мистер Крипер, пусть он твою эту шайтан-машину не взорвет. На по башке! На по... Ага. Ну хотя бы, ну хотя бы не машину взорвал, и то плюс. Ну, надо будет залатать. Так. Нет, это сюда, сюда. И что ты делаешь? Слаймы. Так, вот это 5 слаймов надо расставить. Вот это все подсоединяешь повторителями, подключаешь вот сюда. Как только я сюда поставлю последний редстоун, все начнет работать. Но прежде чем ставить туда последний редстоун, надо поставить на вот эту всю шайтан машину. Вагонет. Ты бы видел это вообще все со стороны. Это какая-то реально непонятная штуковина, которая нас взорвет и в космос отправит. Ну, да? Примерно так она и должна выглядеть, да, согласен. Ставим последнюю вагонетку. Опа! И сейчас готовься! А на самом деле, как ты угадала, что она нас запустит в космос? Ты это знала? Я просто рандомно сказала. А, ну ты тоже все же, Кайвана, тоже читает комментарии подписчику, поэтому она все знает. Ты готова, мать? Если все, конечно, сработает. Или я ничего не знаю. Да, она ничего не знает, конечно же. Вот это сначала надо сломать. И сейчас смотри, что с этого получится. Смотри туда и готовься. Давай отчет к запуску в космос. Ну давай, а давай с 10 начнем. Давай. Давай, 10, 9, 8. Ты слишком медленно, просто вот так. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и... Сейчас все заработает, дай мне еще одну попытку, вторую. Ага, да-да, конечно, заработает. Я инженер-строитель, сюда ставлю последний редстоун и... И смотри, ничего не получается. И не умничай, жопа, смотри. Да ладно. Чего?
Там рельсы подпрыгивают! Там рельсы, то рельсы вагонетки подпрыгивают! Да, все же подписчики в комментах реально дичь не напишут, напишут только умные вещи. Я хочу вагонетку! Пусти меня в вагонетку! Ты что, реально в космос хочешь полететь? Да, да, устрой что-нибудь, чтобы я попала в вагонетку! Ладно, останавливаем нашу шайтан-машину, садись в вагонетку, я тебя запускаю в космос. Так, как в нее попасть? Вот так? Вот так, молодец. Ты готова, точно? Рельсы забери, да, ага. Давай. Давай тогда, на счет 4, давай. Да? Да. Давай, 4. Офигеть! Я реально, я даже не знал, то, что такую фигню можно сделать в Майнкрафте. Ты еще и перемещаешься? Да, иди ко мне сюда, давай тоже залази. Так, окей, я тогда тоже буду перемещаться и в воздухе, и вот так. И погнали, и попрыгали. Оказывается, слаймы реально не такие бесполезные, как они кажутся на первый взгляд. На них еще да, аттракционы можно сделать. Слушай, у нас какой-то стимпанк получился прям реально. Все зеленое, вся серия просто зеленая. Мы зеленые, слаймы зеленые, Катя зеленая. Меня тошнит. А, ну сейчас еще и блеванешь, тоже все зеленое будет. Ну лучше, конечно, не надо. Все, я не могу, меня тошнит пока. Кать, сдерживай, Кать, сдерживай в себе. Кать! Да, Кать! Простите, извините. Кать, ну че, ну не надо там никуда. Ну, детишки, ребятишки, если вас тошнит на аттракционах, то с этими слаймами лучше даже не связываться. Вот. Где у нас активированный уголь? У тебя там точно все нормально, Кать? Немножко нормально.